Яркие костюмы, песни на чувашском языке и любовь к родине. На сцене 123-й школы самодеятельный коллектив «Уяр», что переводится как «День ясный». Его участники Галина Петрова и Валерий Долгов поздравляют школьников с прошедшим Днем народного единства. В программе песни «Родник» и «Чувашский вальс». Мы рады, что мы вот так как в школу приходим, наша диаспора, и работаем с детьми. Они все слушают, такие внимательные. Мы рады, что поднимаем дух патриотический у детей с малолетства. Наверное, это очень нужно нашему народу, особенно сейчас. Надо с детства прививать детям к любовь к родине, к своему языку родному, потому что без этого, я считаю, у будущего страны не может быть. Школьники прочли стихи, посвященные родине, исполнили танцы и всеми любимые песни. Патриотическое воспитание, наверное, в последнее время в приоритете вообще во всей воспитательной работе. Поэтому, конечно, это очень важно. И у нас очень многонациональная школа. У нас начиная от вьетнамцев и заканчивая русскими, и казахи, и таджики, и очень много разных национальностей. И мы стараемся как бы сплотить вот именно в таких мероприятиях весь наш школьный коллектив. На праздниках мы показываем культуру, традиции разных народов с тем, чтобы подчеркнуть, что только вместе мы являемся единым многонациональным народом нашей страны. И только вместе представители разных народов можем решать любые задачи, которые стоят перед нами. Сегодня в самарских школах особое внимание уделяют воспитанию в школьниках уважения к дружественным народам и любви к родине. Торжественное мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.